Это именно общее, то есть первое знакомство с устройством легкового автомобиля. Итак, легковой автомобиль состоит из трех основных частей. Это кузов, двигатель и шасси. Кузов автомобиля называют несущим, поскольку именно к нему крепятся основные узлы и агрегаты. Двигатель служит для выработки крутящего момента, и забираем мы его от вращающегося маховика. Шасси автомобиля состоит из агрегатов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Агрегаты трансмиссии предназначены для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса автомобиля. Трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи и полуосей. Ходовая часть имеет мосты или оси автомобиля, и конкретно передний мост автомобиля, задний мост автомобиля, детали подвески, то есть пружины и амортизаторы, а также шины и колеса. К механизмам управления относятся рулевое управление и тормозная система. Рассмотренный нами автомобиль называется классическим. У такого автомобиля крутящий момент передается на задние колеса. Автомобиль называется заднеприводный. На большинстве современных автомобилей крутящий момент передается на передние колеса. Такой автомобиль называется переднеприводный. Переднеприводные автомобили более устойчивы при движении на больших скоростях, а также при движении по плохим дорогам. Посмотрим на особенности устройства переднеприводного автомобиля. Такой автомобиль также будет состоять из кузова, двигателя и шасси. Особенность переднеприводного автомобиля заключается в том, что все детали трансмиссии находятся в передней части автомобиля. А основные агрегаты мы уже знаем. Это сцепление, коробка передач, с ней объединяется главная передача, приводные валы, которые передают крутящий момент на ведущие колеса. Если объединить все узлы и агрегаты, то получим переднеприводный автомобиль. Если на автомобиле крутящий момент от двигателя передается и на передние, и на задние колеса, такой автомобиль называется полноприводный. Ведущими стали и передние, и задние колеса.